Небольшой видосик про титана и изделия из титана. Сегодня отличный просто солнечный денек. Продолжение вчерашнего отличного тоже денька, когда я ездил прямо в Верхнюю Салду на титановый завод в СМПО и привез оттуда вот такие вот интересные титановые изделия. Они в своем роде уникальные, поскольку их не встретишь в обычном магазине. И уникальны они также по своим свойствам, поскольку сделаны из металла титана. Итак, что же у нас есть в наличии? Давайте посмотрим. Кстати, вот на пакетике изображена фирма, которая как раз вот занимается продажей данных приборов и инвентаря из титана. Небольшая рекламка. А теперь смотрим, что там в пакетике. Вот такая вот большая штыковая лопата. Да. Я думаю, что она вечная, поскольку сделана из титана. Прослужит очень долго. Очень легкая, надежная, твердая. Так, что же там под пакетиком? Вот такой вот огромный гвоздодер. Это вот этот вот. Тоже из титана. Длина у него 800 миллиметров. И также он прослужит очень-очень долго. Переходим к третьему. Вот такая вот. Вот такой ломик. Длиной 1,40 м. Сделан из титана. И также очень легкий и надежный. Хотя, конечно, не такой легкий, как алюминий. Вот. В общем, надо поздравить себя с покупочками.